Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. В этом видео я покажу про первые минуты после листинга криптовалюты пром. Дело в том, что она появилась в двух торговых парах. И как и раньше я говорила, что наблюдается, когда появляется всего лишь в двух торговых парах, то скачки небольшие, а когда в четырех, то большие. Вот. И посмотрим на график. То есть скачок был в первую минуту от 2.01 до 2.68. Это не очень большой скачок по сравнению с тем, что бывает в других криптовалютах. То есть около 30%. Потом он упал до 2.1. И сейчас 2.24. Вот. Скорость рыночных сделок небольшая. И объем всего лишь 100. Вот. Поэтому вот можете для истории себе ее записать. Промбо USD. Информация про криптовалюту. Общее предложение 19, циркулирующее 6. Больше ничего не написано. Вот. И разница между покупкой и продажей тоже совсем небольшая. Вот, ну буквально там 1%. Поэтому цена стабильная. Сейчас нету больших покупок. Посмотрим через некоторое время. Итак, прошло уже 2 часа, и после стабильного периода, который длился около 10 минут, начался активный рост, и максимум достигся через 40 минут после листинга, стал 2.69. Так, это рост. Получается на 30%. И потом он сразу начал падать. И вот сейчас уже 2.33, 2.35. И все. Вот. Ну, вот эти две торговые пары сейчас запустились. Это PROM-BUSD и PROM-BMB. Вот, объем пока 308. Всем спасибо за просмотр и удачной торговли. Всем пока-пока.